Так. Держись, друган. Все будет путем. Типа, по плану Сиелька следующим ходом доезжает до этой хуйни, да? А, стоп, вот это вот синяя баба берет у нас этот улей, значит, желтая баба доезжает до там этого самого, там туда-сюда, все, мы тут раскручиваемся. Нормально. Так, ты. У меня очень много героев, я не знаю, что ими делать, честно. Просто без понятия, они какие-то говнюки бесполезные. Давайте построим цитадель. Типа, чтобы у нас прироста было там нормально. Ну, на будущее. То есть нормальный мужчина, он беспокоится о будущем. Заботится о завтрашнем дне. И поэтому устроит цитадель. Дальше. Кальт. Блин, вот Гниса страдает. Она. Ну посмотрите, как она страдает. У нее реально вот нет возможности пройти через гарпии. Пробить их некому. Она думает, господи, какая судьба стрёмная вообще. Почему я должна здесь... Схожу, камень соберу. Ну почему бы и нет. Айден. Айден думает, я, наверное, возьму свиток. Ну почему бы и нет. А вдруг полезный слоу. Очень полезный свиток. Замечательный свиток. И разведаю вот здесь вот. Ну почему бы и нет. Разведаю. Все-таки трежа. Здесь могут быть какие-то объекты. Давайте поразведаем. Я, говорит, скаут. Кальт. Кальт, в принципе, того же мнения. Он считает, что стоять на месте бесполезно. Поэтому давайте куда-нибудь поедем. Витамина тоже считает, что... Давайте там чуть попутешествуем. Бриса. Бриса. Мельницу мы уже собрали. Че? Делать дома не... Да, короче, пиздуй там куда-нибудь. Сюда вот тоже. Ехай. Ехай куда-нибудь. Все. Ходы кончились. Передаем ход. Итак, подведем итоги. Я хочу сказать, что у нас главный герой качается замечательно. Посмотрите, оружейник с тактикой, с землей, с мудростью. Великолепно, чудесно. Теперь войско. Давайте посмотрим наше войско. 29 верн. Сумасшедший стек. Великолепный. Плюс у нас есть замечательный герой саппорт с экспертной землей и в перспективе еще и воздухом. Чудесно. Замечательно. Мы приехали в трежу, которая сулит нам примерно 3-4 утопы вот в этих краях. Очевидно, со статами там, со всей хуйней. Это очень здорово. Очень замечательно. Что еще можем сказать? У нас уже отстроен цитадель. Следующим ходом мы поставим касл. У нас будет замечательный прирост птиц, которых мы проебали буквально недавно. То есть стек... Ну, не будет стек, конечно, птиц, потому что мы его проебали. Но прирост хороший. Прирост будет замечательный тоже. Что... А, подождите. Это же вообще игра про контроль. То есть нам надо строить гильдию. Со следующего хода надо обязательно строить, начинать гильдию. Есть все, кроме ртути. Почему так мало ртути? Потому что строили птиц. Надо придумать, где взять ртуть. Хм. Дайте-ка подумать. Ртуть у нас приходит в импятнях. Самый чувствительный прирост ртути это в импятнях. То есть надо будет вот эту импятню обязательно взять. Очень важный объект. Чрезвычайно важный. Надо будет его взять. Так, хорошо. Костер здесь тоже наверняка
ртутью. Угу. Что-то у меня не получается строить планы. К пизду. Давайте просто поговорим о чем-нибудь. Пойду я спать. Спасибо за стрим. Приятного употребления. Спокойной ночи, дорогой друг. Приятно тебе выздороветь. Чтоб ангина не посещала тебя никогда больше. Прирост ртути из градусника. Чтобы у тебя не было прироста ртути из градусника. Не особо оружейник так-то. Как-то. Начни описание героев читать, лор. Давайте займемся этой хуйней, которую нам советует, с вашего позволения, хомяк. Итак, хомяк советует нам заняться лором. Хорошо. Займемся. Прямо сейчас. Нила is one of the strongest of her kind. Being able to resist an incredible amount of punishment. She somehow is able to instant this resistance in the troops she commands. Нихуя не понял, но, по-моему, она оружейник все-таки. У нее тут написано, что она оружейник. Мне кажется, она оружейник. Как считаешь? В общем, есть тост. За... Блять. Ну... За оружейников. Мой дед получил орден дружбы за то, что как это, блядь, правильно сказать-то? Строил, не строил, ковал, не ковал. Хуярил оружие, короче. Вот. Поэтому я считаю, что оружейник — это очень достойная профессия. Хвала этим трудягам. Работягам ура. Гусяблеру привет. В общем, это за всю хуйню.